В областном центре прошел осенний субботник. Обычно акция проводится весной, чтобы убрать мусор, который появляется после схода снега. Однако сейчас власти решили, что достаточно накопилось и за минувший летний сезон. Осенняя уборка Великого Новгорода прошла на 33 участках. Например, сотрудники областного правительства и городской администрации решили привести в порядок территорию на улице Космонавтов. Основные силы были брошены на пустырь между железной дорогой и Ледовым дворцом. Людей здесь ходит много, но в последние годы за местом никто особенно не следил, поэтому оно успело зарасти густым бурьяном и высокими кустами. Очень много вот таких заброшенных территорий образовалось, очень много свалок, и новгородцы... Ну, совершенно как бы право, когда возмущаются тем, что мы сейчас имеем. Поэтому наша задача активно участвовать в тех программах, федеральных программах по благоустройству, которые есть, но и своими силами проводить генеральную уборку своего родного города. Участие в субботнике также приняли представители городских предприятий, организаций и просто горожане. Для этого требовались прежде всего свободное время и желание потратить утро выходного дня не на отдых, а на общественно полезное дело. Все остальное – перчатки, мешки, уборочный инвентарь – можно было получить на месте. В итоге, по примерным подсчетам, участие в городском субботнике приняли около 3000 человек. Общими силами удалось собрать и вывести почти 2000 кубометров мусора.